Ребят, ну что вы там? Собрались, идем в ад? Опа. Да, я уже готова. Я захватил все инструменты, взял еду. О, Нубик взял броню. Будешь биться тогда, если что. Ну, щит, да, есть? Наверное. Ого! Нет, щита нету, кстати. Капец! Фёлка, зачем тебе? Я же в ад собралась. Так, по-моему, где ты её взяла? Знаю. По-моему, я знаю, кто будет драться. Я. Это ж всего маска, Нубик. Так ты лянь, какой у неё меч. Он зато явно, брони блин... нету. Ну да, подлиннее, чем твой будет. Ладно, погнали, короче. Выходим, да. Отправляемся пойду в ад. Тебе. Нам нужно накопать примерно 100 кусочков светокамня, понятно? 100? Ну да, подожди, а что такое? Стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Немало. Что? Это как? Не понял, а серьезно? Что это? Серьезно? Здесь же нельзя ничего поставить, это же портал, блин. Ну, оно да. Внутри портала. Что, блин? А если зайти в него? Рецепт создания камера... Подожди, это камера Вумен? Нифига себе! Вот это... У нее какой-то еще красный свет. А это типа она, когда в спокойном состоянии, у нее типа голубеньким светится камера. А когда типа она вот с красным, у нее сзади такая, типа как пушка выезжает, и она стреляет, короче, с нее. А вот эта пушка, это которая как-то... слева? Походу она, да. Так-то она офигеть. Злая. Да это не, чё она? Злой. Чё она злая? Она сильная довольно, и этот... Это боевой режим ее просто. Ну да. А так она против скибиди туалетов. Нифига. Мне вот интересно, все это время, которое мы разговариваем, если зайти в ад, мы вообще в ад попадем? Не знаю, скорее всего, да. Обычно же, как только касаешься этого портала, сразу, типа, улетаешь в ад. Но эта фигня-то не улетела. Ну, она вообще непонятно как здесь держится, если честно. Я что-то немного в шоке даже. Да, я тоже. Слушайте, давайте знаю. Скрафтим, потом в ад сходим, а? А зачем оно тебе? Да, кстати. Да блин, ну мы же всех крафтим. Че, попался очередной рецепт, и что, мы пропустим его мимо, что ли, или как? А не, где ну... мы это все возьмем, ты скажи, а? Так, ну слушай, Фиалка, мы все время что-нибудь придумываем, где что найти, поэтому и в этот раз, я думаю, как-нибудь выкрутимся. Ладно. Тем более здесь не, ну... камера, попробуем. Это я знаю в целом, где можно взять. Да? Смокинг вот это и какие-то штаны тоже можно найти, купить где-нибудь. Ну, наверное. А вот это слева-справа оружие, блин, это оружие какое-то редкое, я так понял. Где ты его возьмешь? Кстати, какая ну, пушка. Красное и синее, это какие-то похожи на таблетки. Может быть, ученый что-то сможет нам предложить, похожее на это. А по поводу пушки... Я знаю, что в полицейском участке есть секретный раздел, в котором могут всякие секретные штуки храниться. Какие секретные штуки. И нам так легко туда попасть. Да, реально. Слушайте, ну если мы переоденемся в форму полицейских, то, думаю, нас пропустят. А если проверят? Мы там в этом участке и останемся, блин, до конца жизни. А документы? У меня еще, знаете, что осталось с моих предыдущих дел? Фальшивая, короче, ключ-карта. Ого. Если что, мы сможем ее показать. Может прокатить. Если нас пропустят в этот секретный отдел, и мы найдем там что-то похожее на эту винтовку, то это джекпот. Ну, кстати, давайте, я там еще не была, поэтому интересно посмотреть, что там. Ну, плюс ладно, там хорошо. Может быть очень много всяких разных крутых вещей интересных, которых просто так в обычном мире фиг достанешь. Надеюсь, может быть, даже мы потом за решетку не попадем. Инопланетные какие-то штуки точно, могут блин. Быть. Погнали, здесь, короче. Блин, начнем с полицейского участка. Да, ну а чё? Это ж ну, не единственный знает. Как бы. Тут тоже всякое может быть. Так а круги вот на полях, Нубик? Кто это, по-твоему, рисует? Круги на полях? Да, вот такие круги ровно идеальные остаются. Кто это сделал? Не знаю. Инопланетные корабли, наверное. Ну, офигеть теперь. Ну, конечно, я, по крайней мере, про это читал. Так, ребята, давайте, надо короче... Надо тебе поменьше, блин, не знаю. Погнали, не у меня знаю, в ящике там в подвале лежит форма. Сейчас, короче, переоденемся. Давайте ну, за мной. Да иду, я иду. Ну, мы теперь как самый настоящий полицейский отряд. Да, ну, главное не палиться. Как это может не прокатить? Мы вылитые полицейские, 100% ну, прокатит. Погнали. Наверное. Свет выключите только. Я сомневаюсь, конечно, да. Так, сейчас у меня а где-то... выключать свет. Ключ-карта была, по-моему, где-то в ящичке здесь. Сейчас мы ее достанем. Опа, по-моему, пойдем. Где-то здесь. Нет, не здесь. Вот здесь. Во! Вот такая, смотрите. Ага. Карта пятого что, уровня. Пройдет? Ну, должно. Если ни пароль не поменяли. Можно.
Ну там же не пароль, там ключ-карту типа прикладываешь и все, допуск, ну, типа, да, есть. А если она фальшивая, может не сработать. Так, виду не подаем, мы, ну, да, полицейские. И, ну, как бы, да, пришли что-то выгрузить. Давайте скажем, что у нас есть какие-то секретные предметы, которые нужно положить на склад. Да, да. Я, а как думаю, мы будем обращаться друг к другу? Полицейский енот, полицейский нубик, ну, да, полицейская стрелка? Не-не-не, давай, короче, ты капитан, я сержант, она лейтенант. Хорошо. Окей. Давайте, заходим. Так, готовы? Так, давай, да, да. Сейчас, да, будем диалоги с жителями вести, скорее всего, еще полицейскими, да, этими. Да, да, наверное. Погнали. Давай. Заходим. Здорово. Так, здравствуйте. Доброе у нас утро. Задание есть. Нам нужно выложить один секретный предмет на склад. Пропустите, пожалуйста. Пропуск. Вот, смотрите. Проходите. Отлично, спасибо. Так, все, пойдем. Заходите. Хорошего дня. Фу, проходило. Так, что тут есть? Тихо. Я не знаю. Ох ты, нифига себе. Тут всякие это... такие штуки. Чего такое? Положи на место. Положи. Зачем взял? Нубик, ложи на место. Да ты же сказал, что какое-то нам нужно яйцо зеленое. Что хочешь. Нет, в смысле все, что хочешь. Нам нужно взять только то, что так, нам тихо, надо. Так, вот оно. Где? О, оно тут есть. Офигеть. Офигеть. Так. Ребята, это оно, походу, действительно. Так, смотри, здесь еще какие-то штуки. А что вот здесь? Это зеленое, что это такое? Вы видите не это? Знаю. Какая-то... Я не знаю. О, там еще какая-то желтая штука еще есть, смотрите. Это такое радиоактивное, наверное. Ага, наверное, да. Ладно, нам пора выходить, чтобы так, как бы да, не палить. Да, да, давайте заподозрили. Выходим. Угу. Все, можете дальше закрывать склад. Опа. Хорошо. Выходим так, все, и идем, отправляемся идем, дальше идем. На патруль. Так, так дальше сюда. Нам надо, короче, поехать туда, ага, все. Пойдемте, 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 пойдемте. Пошли, 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 так, теперь надо вернуться и переодеться по-хорошему, пока да, нас... пока нас действительно не раскрыли. Опа. Да, а то кстати, сейчас еще кто-то поймет, Нубик, положит слышишь? И все. Что? Там есть камеры, может быть, как-нибудь свистнем их? Камеры? Да. Блин, ребята, чего? Мы слушай, же не, на ну... камеры попались, там наши эти лица. Нормально блин. Все, мы полицейские. Мы в полицейской форме если с пропусками. Если они увидят, что там это нету, не хватает чего-то. Все нормально будет, Фиалка, не парься. Когда они увидят, нас не уже здесь не будет. Да, как-нибудь выкрутимся. Опа, мы поедем после того, как скрафтим в ад, поэтому все ну, будет да. нормально. Так, или давайте. На Канары. Переодеваемся, переодеваемся так, сейчас, давай. Короче. Опа, и будем думать дальше. Нужно будет к ученому еще заглянуть. Отлично, у нас есть так. первый предмет из тех, что нам нужны. Дальше нам нужно будет еще найти где-то костюм, потом таблетки какие-то разноцветные, синюю-красную, ага. и так. камеру. За таблетками костюм. Предлагаю узнать у ученого. Пойдемте к нему прогуляемся, посмотрим, что там ну, как-то. Ну пошли, пошли. Нам нужно будет еще придумать план, как украсть камеру. Нубик, есть идеи? Нет, ну вообще-то есть одна. Какая? Пойти просто и украсть? Нет, Опа. Не просто пойти и украсть. Дождаться ночи. И пойти у меня украсть, там да? есть. У меня там есть черный костюм и, короче, специальный предмет, чтобы я мог, ну, такие снимать штуки. Типа, ага. там что за же ее просто. Провода там быстро резать, чтобы, наверное. Да, там съемщик один, он быстро просто провода режет. Ага. Вот. Так, я пропуск, и наверное, спрячу. Можно, сюда. Можно ночью. Надо дождаться ночи, и я один пойду туда. Хорошо. Отличная а вы идея. Меня, если что, там, не знаю, прикроете. Отличная ли? Идея, просто замечательная. Хорошо. Так, выдвигаемся к ученому. Пойдем. Сейчас. Остается надеяться, что у него можно будет что-то узнать, хотя бы какую-то информацию про эти таблетосы. Ну или да, вообще, тут... таблетки это или не таблетки. Фиг его вообще знает, что это. Давайте, догоняйте. Опа. Здорово, ученый. Привет. У нас, значит, есть один момент, который нужно обсудить с тобой. Нет ли у тебя красных и синих каких-нибудь таблеточек, а? Ну, что-то там есть, можете посмотреть. Может быть, вам что-то подойдет. Так, это что такое? А? Это что такое? Так. Слушайте, ну у него что-то есть подобное. О, так подожди, у него же есть. 32 плюс 32, 64 деньги надо. Блин, а денег-то у нас нет? Ё-моё. Так, нужны деньги, да? Ученый, а может работа какая-нибудь есть для нас, а? Нет, нет, нету. Да блин. Так, слушай. Прикол. Попадалово. А ну-ка, так, чего? Подожди. Я там знаю одно место. У тебя деньги место. Есть? Нет, денег у меня нету, но... А что за место? Блин, а я забыл, где оно находится. Наверное, где-то там. А что за место, Нубик? Подожди, куда знаю. Ты побежал? Я? Ну, ну да. Ну сейчас все увидишь. Пойдем. Ну, да. Так, Фиалка, ну, ты да, знаешь это место? По-моему, нам туда, вот мимо поля. Что ты там задумал?
Эй, Любик, подожди, да расскажи нам, алло. Да, ну подожди, ну слушай, по-моему, там устраивают, короче, драки. Драки устраивают? Понял, да, и можно заработать. Бойцовский клуб, типа? Ну, типа того. Нифига себе. Ничего, откуда ты знаешь опасно. Об этом месте? Ну, знаю, этого хватит. Нифига, блин. Ты что, там часто ходишь? О, да-да-да, это тут, там кто-то есть, пойдем. Кто? О, офигеть. Так, ребята, здорово, я к вам драться, я новый боец. Угу. А, проходи, вот с тем поговори в очках. А, спасибо. Мы с ним, мы группа поддержки. Да, они со мной. Нифига себе тут. Здорово. Смотри, Фиалка. Ого, что у тебя тут народу? Сегодня? Есть кому навалять? Ну да, он стоит в черном костюме. Угу. Пока что можешь с ним попробовать. Да. Получишь за победу над ним, получишь, например, костюм. Устроит? Какой костюм? Слушай, ну лучше бы денег на самом деле бы, но, наверное, костюм тоже устроит. А что за костюм? А что за костюм, да. О, я вижу, он тут предлагает. А, подожди. Ну, слышишь, какие-то тут... похоже что-то, что-то похожее. Я думаю, ну, нам наверное, подойдет. Наверное, может это нам понадобится, ну, да. Ну, ты что, драться умеешь? Ну, немножко. Серьезно? Так, ладно, костюм это, конечно, здорово, а мне бы денег подзаработать. А, ну, денег это до второго раунда. Если во второй раунд попадешь, второй. И там победишь, сможешь заработать денег. Ага, фу. Ясно. Так что, мне просто зайти сейчас этому навалять, да? Ну, попробуй. Ну, Бик, ты чё, так, реально ты чё драться умеешь? Ну, блин, ну, там на самом деле не сложно. Не сложно? В смысле? Зайти, эй! Блин? Ну, Бик! Удачи тебе! Давай! Давай, наваляй ему! Ну, Бик! Давай, ну, Бик! Чё, ты подходишь или не подходишь? Да, я сам подойду. Ого! Так, ну, Бик, против какого-то гопника! Аккуратней там! Нифига себе! Давай, ну, Бик! Набей ему морду! Набей ему, сейчас давай! Сейчас я ему набью морду, подожди! Давай! Все. Хорош! Молодец! Победил! Я победил в первом раунде, давай костюм! Ого! Да, берите костюм! Давай, так, Нубик, берешь костюм? Ты же победил, тебе только надо. Давай, я возьму, да, давай я возьму. Офигеть! А второй раунд, подожди, а против кого во втором раунде биться? А теперь второй раунд, смотри, тебе надо победить вот его. Кого? Чё? Нубик! О, блин! Слышишь, слушай, может, в другом уверен? Месте заработаем где-нибудь? Мне на это нужна, наверное... Офигеть! Ты сколько тут предлагаешь? 100? Мне нужно 200. Нифига иначе себе. Я не пойду. Я поставлю свои 100. Ну, их у меня нет, ну ладно. Я продам инструменты свои, если что вдруг. Ну, ладно. Это хорошо, самый здоровый житель, которого я видел. Ё-моё. Так, ну чё? Нубик, ты уверен? Дурила. Броню возьмёшь, а? Давай, не, нормально, так нечестно. Ну чё, Дурила, мне за тебя 200 денег предлагают. Давай, иди сюда! Нубик, ты чё? Ого! Нифига себе! Давай! По-моему, это какой-то это... Отчаянный поступок. Нубик справляется, смотри. Да пока, по-моему, ему всё равно, блин, смотри. Да ну не знаю, мне уже вот не всё равно, кстати. Давай, Нубик, давай! Нифига себе! Я должен запитать! Нубик сильнее всех! Ты победил! Нифига себе! Я не с такими справлюсь! Он был в два раза больше, чем ты! Короче, 200 денег мои! Офигеть, я просто в шоке! Это было зрелищно, ты молодец! Бери 200! Нифига себе, Нубик, ты вообще красава! Я даже не знал, что ты так дерешься круто! Так, 200 это класс! Заработал денег, слышишь? Всё, давай, короче, до скорого! Я там немного подлечусь, зайду! Нифига! Ты такой опасный оказываешься! Да не, ну нет, ну в смысле, ну когда дело касается подзаработки... В смысле нет, то... он был в два раза больше, чем ты! А мной что, ну... ты видел? Я да видел! Да ну блин, чем больше шкаф, тем громче падает! Да нифига ого. Себе! Это вообще что было, блин? А что за костюм там был, я не поняла! А, кстати, да, держи тебе так 100 денег и костюм, что там может понадобиться? Прям а реально, как там, который нам нужен? Ну что-то похожее! Соточку я вот себе оставлю, везение. Пожалуй! Слышишь, заработал еще в натуре денег! Ого. А так бери тогда все остальное, слышишь, что-то там было 64 стоило! Так, да, опа, что на! Что там 64 стоило? Ну, 64 денег две таблетки стоили! А, да? Ну да! Ладно, пойдем к ученому, посмотрим, нифига что там себе, у него ученый. Ну, Бик, а ты потом научишь мне так драться? Слушай, я попробую. Вот там это... на самом деле, я попробую. Это, короче, было очень странно, я даже не знал, что ты как бы там это... Ну, иногда так, увлекаешься, да, вы, таким... я бы вам сказал, здорово. Вы вообще мало что обо мне знаете. Мы вернулись, так, берем красную таблетку, берем синюю таблетку. Все, ага. Я все купил. Все, ребята, спасибо. Ребята, нам а, нужно пожалуйста. Только раздобыть камеру. И все. Так.
Все готово. Так, и у нас все есть, да? Угу. Осталось дождаться ночи, получается? Так, ну что ж. Блин, погнали ну, домой тогда. С полицейского участка снимать камеру я даже не знаю. А где еще? Есть какой-то другой вариант? Нет, ну другого варианта, наверное, нет. Так что... У нас, по-моему, только в полицейском участке камеры стоят. Ну нет, да. Ну можно было бы заказать ее в интернете, давайте, но это долго. Да, давайте сделаем так, как я предложил, и дождемся ночи. Давай, я бы, наверное, хорошо, немножко хорошо. Бы отдохнул. Интересно, получится ли украсть у нас эту камеру или нет? Ты чё, сомневаюсь, что в Нубике? Он таких там вандалов уложил. Да нет, в Нубике я не сомневаюсь. Ого. Теперь 100%. Здорово, чё там? Ого! Ты ну, серьезно да. настоящий подготовился? Ниндзя. Так. Тебя давай вообще, блин, слышишь, возьму. Во тьме будет не видно на 100%. Ну, так, да. Это моя цель, а вот эта фигня. Чтобы срезать провода, типа? Да, 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 это оно. Нормально. Так, ладно. Пойдемте тогда. Так, мы уже будем... потемнело, отлично. Мы будем где-нибудь издалека наблюдать. Фиалка, пойдем. Так, никого тут уже нет. Да все, по идее, все разбежались, по домам разбежались спать. Так. Так, вон там участок. Блин, ну там вон патрули, стоит. Я даже не знаю. Патрули. Слышишь, иди, мне кажется, тебя будет не видно. Так, ладно, ну я надеюсь. Я, стой, пойдем, Фиалка, с другой стороны. Мы сейчас а вот здесь. А как он прикрывать? Мы, а мы никак просто... не будем, мы будем просто смотреть. Просто, да, просто если что-то вдруг пойдет не так. Вот сюда, а давай. Я даже не знаю. Будем кричать. Да убегай. Блин. Просто, если что, и все. Так, уже что-то пошло не так. Ладно, вон все он. Нормально. Короче, стоим здесь возле огорода и хорошо. Наблюдаем. Типа... Давай, Нубик, они ушли. Быстрее, быстрее, тихо, быстрее. Подожди, подожди. Так. Патрули сейчас подходить будут. Тихо, 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 тихо. Они подходят. Давай, 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 пробуй. Так, ладно. Пробуй там. Так, хорош. Где? Беги. Вот она. Беги, беги, тихо, беги, тихо, беги, беги. Тихо. Где он? Ползет. Вон он. Смотри, смотри, смотри. А, вижу. Хорошо, что его еще не заметили. Так, ну патрули прошли мимо. Так, задержать. Не, нормально, все, не спалили. Офигеть. Давай, давай, это давай. Это было непросто. Ты вообще, слышишь, нифига получилось. О, блин, молодец. Получилось, я в шоке. Да, давай. Так, капец, опа. Блин, вся... Следующий раз, я не знаю, ладно, неважно. В смысле следующий раз? Чего в следующий раз? Ты будешь, блин, всю работу делать. Да в смысле всю работу? Я сейчас крафтить прямо... буду. У нас все есть теперь, ребята. А скрафтить и я смогу. Давай. Погнали. Так, а у нас опа. Там внизу, да? Давай. Да, там внизу, там внизу. Я разложил все предметы так, как нам надо было по крафту. Ага. И сейчас мы это дело создадим, наконец. Так, так вот, давай. Верстак, ой, вот, это надо, наверное, вернуть опа. Назад. Итак, поехали. Камеру в последнюю очередь воткнем. Хорошо. Итак, кладем штаны вот эти вот и камеру. Давайте. Раз, два, три. Ху-ху-ху! Нифига себе! Получилось! Получилось? Да, 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 получилось, прикиньте. Так, а ну давай, показывай. Здесь будем ставить? Слушай, ну, наверное, да. Ну, хорошо, давайте тогда. Бам! Ого! Настоящая! Нифига, прикол! Камера Вумен! Вау! Прикол! Сейчас, прикинь, так наклоняет, короче, камеру свою, выезжает вот эта пушка и начнет стрелять. Да ну нафиг. Она, кстати, ничем не светится. Наверное, это типа означает, что она нейтральная. Не добрая, не злая. Хорошо. Может ну, быть. Ну да, наверное. Но может лучше бы она была доброй. Нифига себе. Это вообще жесть. Ну, наверное, спасать некого, поэтому она ничем не светится. Ну, если да, можно да. было кого-то спасти, она бы светилась, значит, в режиме, так. В режиме АФК. Во, ну это, конечно, круто, блин. Интересно, ну, да. мы сможем ее как-нибудь запрограммировать там или просто с собой позвать, короче, чтобы она в аду нас сохраняла? Слушай, а то светокамень нам по-прежнему нужно добывать. Ну, кстати, да, надо идти в ад. Не, ну можно о, попробовать. Давайте все четвером пойдем. Но ну в этом вот я же уже... говорю за это. Нет, а в этом, да этим ты уже будешь заниматься. Ну, блин, это нифига себе, конечно. Потому что я в этом просто не шарю, ну... Изначально хотели пойти в ад, а по итогу у нас получилось создать вот такую вот камеру Вумен. Это просто офигеть, если честно. Я не думал. Ну, вот да. все время у нас рандомно крафты такие находятся. Мы их делаем, и получаются вот такие вот прикольные, короче, штуковины у нас. Блин, сколько мы уже скрафтили существ? Я не знаю, слушай, много, я... наверное. Да много. Короче, ребята, если вам нравится это видео, обязательно ставьте лайк под него, подписывайтесь на канал и не забывайте активировать колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. А с вами, как всегда, были мы, профессионал енот, Фиалка, Нубик и вот это вот камера Вумен. Всем спасибо за просмотр и пока-пока-пока, пока, ребята! Пока, ребята! Пока-пока!